Ничего да, еще? Говорит, знаете, я всегда в таких случаях, вот, жалко Лиза меня не услышит, но я бы сказал, Сергей Бубков всегда говорил, пусть планка упадет сейчас, когда я прыгаю первую попытку. Он специально даже перелетая, порой в первых попытках скидывал планку. Рукой специально сбрасывал. Да, пусть она сама, пусть она сейчас упадет, нежели в финальной попытке, понимаете? Нормально. Тяжело, конечно, нам это переживать, тяжело Лизе переживать, но лучше сейчас, чем потом. Вы знаете, как в мире существует, да, гармония добра и зла и равное количество добра и зла, так существует некое равное количество ошибок и успешных прокатов. В спорте всегда так, да? Все очень хорошо, а потом обязательно где-то вылезет. Все распределяется гармонично. Так что будем надеяться, что в будущем гармония будет в пользу Лизы Тухтамышевой. А сейчас на льду китайская фигуристка. Да, Ли Цзюнь. Ух, второй тулуп-то. Совсем на месте, как-то очень явно было приземление. Не на конек, а вот падение, конечно. Тройной флип исполнен, еще один тройной прыжок. Классное вращение в заклоне. И вот Бильман. Ну что, немножко раньше закончила. Неплохой прокат. С ошибкой. Но молодая фигуристка, пятая она была на чемпионате мира среди юниоров в сезоне 2012 года. Пятая была в сезоне 2013 года на четырех континентах. И чемпионка своей страны трехкратная. Последний год она является чемпионкой Китая. Выступала на этапах Кубка Гран-при. Была пятая на Кубке Китая в Шанхае. И четвертая занимала место на Кубке в Японии. Вот такая вот у нас. Но она очень неплохо выступала в юниорской серии Гран-при. И в прошлом году была в финале юниорской серии. Четвертое место там она заняла. Были у нее подиумы уже в карьере. Очень симпатичная 16-летняя фигуристка. Вот поколение, это поколение, одно поколение. Сотникова, Тухтамышева, да, вот Ли Цзюнь. Но наши девчонки ее обыгрывали по юниорам, я говорю о юниорском мире. И я думаю, что, конечно... Не сравнить технику наших девушек. И не сравнить в том плане, что они более, так сказать, более... Вот смотрите, какие у них так крут практически. Ну, поэтому практически один оборот. Поэтому и болезненное падение мы видим. Да.
Тоже, кстати, видите, она была не готова, когда с такого не так круто. Вот флип, потом, да. Потом обычно пятая точка синяя после таких падений. Да, вот здесь не так круг маленький на флипе был тоже. Но между тем, да, правильно говорит, что это наша конкурентка будет в ближайшее время. Ну, я надеюсь, что мы и количеством, и качеством возьмем свое, потому что у нас сейчас уже в сборной замечательные девчонки катаются, и еще три девушки из юниорского уровня готовы тоже претендовать на места во взрослой команде. Так что... Главное, чтобы никто вот в этой борьбе, во внутренней борьбе, не пострадал очень сильно. Да, посмотрим сейчас, как оценят судьи ее прокат. Да, живет, тренируется она в Пекине, студентка, и хобби — музыка и чтение. Такая, видите, девушка любит читать. Ну что же, это довольно, это похвально. 56-31 она получает за свою короткую программу. Дедакшн, да, естественно, дедакшн, падение. И она седьмая, пока седьмая среди тех фигуристов, которые прокатали свою короткую программу. Седьмая, сейчас мы с вами посмотрим. Еще будет шесть фигуристов, последняя разминка заключительная.